Ребята, всем привет! Вы на канале Лаки Джеки. Не забудьте подписаться на Лаки Джеки. Не забудьте подписаться и ставьте лайк. Не забудьте, ребята, сегодня у меня последняя часть и 8-й пакетик. Начнем-ка. Так, уже как вы видите, это последний пакетик в этом наборе. Так, достаем. Ну тут мало, конечно, деталек. Это я знаю. Так, давайте подвинем пока это. И откроем, как всегда, маленький пакетик с маленькими мелкими деталями. Так, все высыпали. Начинаем. Ой, стручка, что-то. Ребята, начинаем сборку. Так, открываем инструкцию. В первую очередь нам показывают, чтобы нам делать человечка. Ну да, это хорошо, конечно. Так, берем. Сначала давайте я начну-ка из вот этой маски, или как это сказать, маска какая-то. Так, вот маска готова, дяденьку, пусть он будет веселенький. Так, не-не-не, теперь я такую штучку наденем на него. Потом такую. А потом и ножки, все, человечек готов, ставим его пока сюда. И начинаем. Так, все готово. Дальше. Так, ребята, ставим такую штучку, соединяем вместе с этим, что ж ты не вставляется. Вот, вставилась. Дальше нам нужна одна такая и одна подозрительная штука. Так, поворачиваю ее такой стороной, чтобы это сюда смотрело, и это сюда. И вот эту штучку сюда вставим, да, все правильно. И ставим дальше. Ребята, последний штрих, и все готово. Так, ребята, давайте дальше. Ого, самое интересное. Надо взять такую штуку. Так, инструкцию давайте, ребята, пока подвинем, потому что она тут мешает. Так, и на что закрепляем? А вот это не написано. Так, давайте, ребята, думаю, на этом. Да. Закрепляем, и мы вставили. Так, давайте дальше будем листать. Дальше мы будем делать машинку. Так, смотрим. Сначала нам нужна такая странная штучка. И один блок всего лишь. Один. Ребята, у нас готово. Это первая вагонетка, это вторая. Тут нарисована, вторая вагонетка. Надо сюда такие штучки взять, две. Ты уже не посмотрела. И скрепляем. Да? Так, с какой стороны надо, чтобы это смотрело сюда вперед, а тут это смотрело назад. Так, ребята, мы сделали две вагонетки вот так. Какие красивые, конечно. Как еще тут катаемся, это я уже, конечно, видел. Так, все понятно, вагонетки ставим сюда. Вот сейчас я вам, ребята, покажу эти крутые две вагонетки. Смотрите, как они умеют. Раз, оп, только сейчас это я закрыл. А сейчас я открою. И раз, ух. А еще давайте, ребята, попробуем. Не, давайте лучше так не будем.
Давайте еще раз попробуем в замедленной съемке. Класс, круто! И на этом, ребята, у нас уже ракеты конец. Ребята, сейчас я расскажу вам все, что я сделал. Это пункт управления запуска. И это еще можно открывать, но думаю, сейчас лучше не надо. Тут, смотрите, катается человечек. Сейчас. Смотрите, вау! А тут ракета, с которой взлетают. Она тут открывается и может летать. А тут, как вы видите, стоит тетенька, фоткает ракету. Тут робот что-то прилаживает. А тут дяденька камень поднял. И один кусок хочет его, наверное, сюда положить. Всем пока-пока! Не забудьте подписаться, ставьте лайк. Пока! До новых встреч! Ребята, я забыл вам показать. Смотрите, что оно даже в таком виде может открываться. Круто! Теперь точно. Всем пока-пока. Не забудьте подписаться, ставьте лайк. Пока, до новых встреч.